Следующий танец – это баджан Тумбин Мори. Танцует для нас Татьяна Глазунова. В конце 15 века, 16 веке была царица Мирабай. Она была влюблена Кришну, и из самого детства она читала Кришну своим мужем. Но, к сожалению, наш мир не строен на этом. И она стала замужем с другим королем, который был поклонница богини Кали. Это грозный у нас богини. Но она отказала принимать их веры, из-за этого она была наказана семьей. Ее всегда пытки делали очень... Она страдала в то время, она, кроме царица, была очень-очень хорошо писатель. Она поэсы писала. И в то время она писала один бхаджан, когда были пытки. «Тум бин мори кон хабарле говардхан гирадхари? О, Кришна, если не ты, то кто будет обо мне думать, ухаживать?» Идите. Кто одевает красивые короны и играет в лето, ухаживает за коровой. И тут, в джунгле Вриндаване, где тесные дерева растут, да, вот так, да, да, там далеко-далеко ты, Кришна, и спасет всех, а я здесь одна. О, Кришна! Спаси меня.